Привет, большая страна! Добро пожаловать на берега Волги, добро пожаловать в Саратов. Мы с вами снова смотрим лучшую лигу мира. Большой футбол возвращается в Россию. 21-й тур. Сокол принимает дома лидера этого сезона, махачкалинская «Динамо». И поехали! Поехали, дамы и господа! Мелбет первая лига. Сезон возвращается, мы скучали, и зимняя пауза официально завершена. Он тоже поднимает голову и находит снова Крачковского. Передача Сердеров в одно касание. Эгошка Сентура, один из самых опасных футболистов лиги, перекладину сотрясает. Вот это начало от «Динамо». А мы смотрим, да, ушел от Плиева. Очень здесь здорово Эгошка Сентура и попадает в перекладину. Вот это начало. Мы еще проснуться не успели, а Сентура уже в перекладину лупит. Ну и Сердеров, да, там... У футболистов саратовского «Сокола». Зинович, какой отбор, Кирилл Зинович. Решать можно здесь. Косаревский один. Нет, нет, не залетел там мяч в ворота. Не залетел там мяч в ворота. Это, конечно, какое-то чудо сейчас для «Сокола». Вот давайте еще раз смотреть. Зинович перехватывает. Косаревский здесь спасает. Да, и от штанги мяч не залетел в ворота. Это Забелин успел. Подача высокая, хорошая, отбиваются футболисты «Динамо», но здесь отскок какой и 1-0. Абсолютно с точки зрения логики этой игры, наверное, неожиданный мяч, но Артем Максименко забивает. 1-0, «Сокол» выходит вперед. Его величество «Стандарт» пришел на помощь саратовской команде, которая до этого ничего опасного не создала. Один момент, один гол, кто-то скажет так. Магомедов. Ражаб Магомедов. Удар готовит. И вот он пошел. Отскок. Добивание Сердеровым. Косаревский спасает свою команду. Великолепен Петр Косаревский, конечно, в этом эпизоде. И снова очень опасно от «Динамо». Достается Яну Гудкову. За 77 минут матча Магомедов убирает здорово на замахе защитников. Зинович. Мягкая подача. Косинтура головой. Снова он в перекладину попадает. Второй раз в этом матче Эгош Косинтура сотрясает каркас ворот. Сандрачук. Подачу делает. Удар Шумахов. И снова Косаревский. Настоящий лев сегодня Петр Косаревский. Раз за разом он свою команду спасает. Понятное дело, что вперед нет никакого смысла играть. Аслан Дудиев. И мяч за пределы поля уходит. И звучит финальный свисток. 1-0. В первом же туре после возобновления сезона в Мелбет первой лиги саратовский «Сокол» преподносит очень интересную и очень любопытную сенсацию, обыгрывая дома лидера этого сезона махачкалинская «Динамо».